Этот простой тест раскроет ваш самый потаенный страх. Представьте, что как-то в ненастную ночь вы остались дома в одиночестве и без электричества. Что сейчас крутится у вас в голове? Все эти жуткие звуки, доносящиеся из темноты? Молния, поджигающая дом? Ворвавшийся к вам вор? Ничего из этого? Ну не волнуйтесь, у всех нас глубоко внутри спрятан страх, так что давайте найдем ваш. Не забудьте нажать подписаться и позвонить в колокольчик уведомлений, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне. У вас будет 10 секунд, чтобы выбрать А, Б, В или Г для следующих 10 вопросов. Не забывайте следить за своими баллами, они пригодятся, чтобы узнать результаты в конце. Мы начнем с номера 1. Какое время года вы любите меньше всего? А. Лето. Ненавижу жару и влажность. Б. Зиму. Холод вызывает во мне желание завернуться в одеяло и не выходить из дома. В. Осень. Вид умирающей природы каждый год вводит меня в глубокую депрессию. Г. Весну. Вся эта романтика такая шаблонная. Птички поют, цветочки цветут, парочки гуляют, держась за ручки. Фу, нет уж, спасибо. Если вы выбрали вариант А, вы получаете 40 баллов, В приносит вам 20 баллов, В даст вам 10 баллов, а Г – 30. Номер 2. Как вы относитесь к американским горкам? А. Люблю их! Могу даже работу бросить, просто чтобы кататься там днями напролет. Б. Мне нравятся только страшные. Выброс адреналина – это просто невероятно. В. А детские маленькие и медленные считаются? Ну, знаете, безопасность превыше всего. Г. Тут я пас. Не понимаю, в чем смысл американских горок. Я лучше в кино схожу. За А вы снова получаете 40 баллов. На этот раз Б стоит 30 баллов. В принесет вам 10 баллов. Г – 20 баллов. Номер 3. С кем вы предпочитаете путешествовать? А. С друзьями. Чем больше, тем веселее. Б. С семьей. Я никуда без них не поеду. В. В одиночестве. Я могу выбирать, чего мне хочется и когда. Г. Со случайными людьми. Я ищу попутчиков либо онлайн, либо прямо на месте. Добавьте себе 20 баллов за вариант А. Вариант Б добавит вам в копилку 10 баллов. В принесет вам дополнительную 30-ку. Г обойдется в 40 баллов. Номер 4. Какое предложение о работе вы бы точно отклонили? А. Актер или модель? Не хочу быть на виду у публики и не люблю, когда все оценивают мою внешность. Б. Пилот. Не представляю, как возьму ответственность за жизни сотен людей. В. Официант в местном кафе. Будет жутко неловко, если мои друзья и знакомые увидят, как я обслуживаю столики. Г. Банальная офисная работа вроде бухгалтера или клерка. Не хочу тратить свою жизнь в каморке. Для этого вопроса вариант А стоит 20 баллов. Вариант Б принесет вам всего 10 баллов. Добавьте 30-ку к своему счету, если выбрали В, а Г стоит невероятные 40 баллов. Номер 5. Какие фильмы вам сложнее всего смотреть? А. «Спеши любить», например, и те, в которых люди теряют любимых. Они всегда заставляют меня плакать, и какое-то время после просмотра я чувствую себя некомфортно. Б. «Астрал» и прочие ужастики. Я все время кричу и еще несколько ночей заглядываю под кровать. В. Фильмы-катастрофы, такие как «Геошторм». Не могу смотреть на все эти разрушения и потери. Г. Не могу назвать определенный жанр, который бы меня беспокоил. Это же просто фильмы. На этот раз А добавит к вашей сумме 10 баллов, Б стоит 30 баллов, за В возьмите 20-ку, а Г принесет вам 40 баллов.
Номер 6. Если бы вы могли до конца жизни избегать одного конкретного места, что бы это было? А. Любая темная комната. Я всегда оставляю ночник, потому что меня дико пугает темнота. Б. Больницы и клиники. Я в ужасе от боли и возможных проблем со здоровьем. В. Высота. Высокие здания, горы, даже самолеты. Я пас. Г. Старые, грязные, ветхие здания. Они просто жуткие и выглядят небезопасно. Вариант А наградит вас 40 баллами. За Б добавьте 10 баллов. В принесет 20 баллов. А Г прибавит вам 30 баллов. Номер 7. Назовите худший подарок, который когда-либо получали или можете себе представить. А. Поездка на одного. Как можно веселиться без моих любимых? Б. Любой интерьерный сюрприз в комнате. Я люблю выбирать такие вещи самостоятельно, и никто до конца не понимает мое чувство стиля. В. Питомец. Это слишком большая ответственность, его нельзя просто подарить. Г. Книга. Чтение – это не совсем мое. Я предпочитаю более оригинальные и индивидуальные подарки. Добавьте 10 баллов к результату за вариант А, 30-ку, если вы выбрали Б. В принесет вам 20 баллов, Г стоит 40 баллов. А теперь давайте поговорим о более приятных вещах. Номер 8. Кого из этих исполнителей вы бы пригласили спеть на своей свадьбе? А. Мне все равно по большому счету. Того, кто свободен и может устроить хорошее шоу. Б. Если бы только Битлз не распались. Не могу представить выступление лучше для этого важного дня. В. Какую-нибудь инди-группу из родного городка. Хочу поддержать новых, менее известных исполнителей. Г. Любого, кто сейчас в топе. Если он не на вершине чартов, его не будет на моей свадьбе. Вам достанется 40 баллов за ответ А. Б стоит 10 баллов, В – 20, а Г – 30. Номер 9. Какое у вас любимое животное? А. Собаки. Без них семья неполная. Б. Кошки. Мне нравится их независимый дух и непредсказуемый характер. В. Волки. Дикие, величественные, сильные и пугающие. Что может быть лучше? Г. Ленивцы или другие экзотические животные. Я люблю все классное и оригинальное, и животные не исключение. Собачники, вы получаете 10 баллов за вариант А. Если вы кошатник, вот ваши 40 баллов за вариант Б. В на этот раз стоит 30 баллов, а Г – 20. Номер 10. Земля в беде, и вы улетаете на космическом корабле. Что или кого возьмете с собой? А. Телефон. Пока в космосе есть связь, это все, что мне нужно. Б. Это простой вопрос. Семью. В. Книги. На Земле никогда не было времени читать. Г. Семена. Мне нужно будет что-то там есть. К тому же я могу стать первым космическим фермером. На этот раз буква А принесет вам 30 баллов. Поставьте себе 10 баллов за Б. В добавит к вашему счету 40 баллов, а Г снова стоит 20. Итак, вот вам еще 10 секунд, чтобы подсчитать баллы и приготовиться к результатам. Каков ваш самый большой страх? Если вы набрали от 100 до 170 баллов, ваш самый страшный кошмар – это потеря дорогих людей. Ваша семья для вас целый мир, и вы не можете даже представить свою жизнь без близких.
Да, это и правда ужасающая мысль. Если ваш результат варьируется от 180 до 250 очков, кажется, больше всего вы боитесь природных катастроф. Вы осознаете, что планета в критическом состоянии, и боитесь, что однажды одно из тех жутких землетрясений или цунами, которые вы видите по новостям и в фильмах, может разрушить ваш родной город. Вы набрали от 260 до 320 баллов? Кажется, вы боитесь испортить свою репутацию. Вам очень нравится ваш образ жизни, и вы гордитесь тем, чего успели достичь. Вам очень важно мнение окружающих о вас, и вам не по себе от мысли, что одно из этих мнений может оказаться отрицательным. Если вы набрали от 330 до 400 баллов, то наверняка вы бесстрашные. Конечно, скорее всего, у вас, как и у всех, есть небольшие страхи, и то, от чего вам становится жутковато. Но нет ничего, что постоянно бы вас беспокоило. Так держать. Вы согласны со своим результатом? Или он оказался полной неожиданностью? Расскажите в комментариях под видео. Не забудьте поставить видео лайк, поделиться им с друзьями и нажать подписаться, чтобы оставаться на яркой стороне жизни.